Привет, я Ваня, вы на канале Рыбакит, рисуйте со мной, сегодня я в Инстаграм рисую ежика, простого ежика, я думаю, он у тебя получится, рисуй со мной. Я его буду рисовать даже без маркера, я просто возьму цвет, очень светлый цвет, если у тебя есть желтый, бери желтый, если есть бежевый или кремовый, бери бежевый или кремовый, рисуй. Кружок. Вот так. Лицо будет. Это будет голова даже. Не только лицо, но это вся голова моего ежика. И она такая вот круглая, круглоголовый. И еще нарисуем. Похоже. А это его тело. Это второй круг. Только оно немножко меньше. Головастик. Ежик-головастик. Среда — самое время нарисовать какой-то рисунок. Рисовали. Сразу нарисуем две лапки. Пиририм, 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 пиририм. И ушки. Пиририм, пиририм. Ушки. Нарисовали голова, тело, лапки, ушки. Продолжаем. А теперь возьмем красный. Или, ну не красный, а такой розоватый. Нарисуем щечки. Вот тут щечки. И щечки. И пузико тоже можно чуть подрозовить. Отлично. Ой-ой-ой, я же забыл. У меня ушки, они тоже немножечко розоватые, да? Вот такие. Такой поросенок получился такой. Но это еще не все. На ежика он совсем пока не похож, ты скажешь. Я скажу тоже, да, действительно не похож. И мы будем рисовать ему нос. У нос, у ежика же есть нос. А когда я доставал колбасу утром, у меня там была она с каким-то... ямками, что он похож был на пятачок. Точно, колбаса-пятачок. Рисуйте со мной, эфир останется до завтра. Теперь голова ежика готова. Ну, вообще скажете, что это пятачок или какой-то зверек. Но это ежик. Смотрите, как я рисую. Теперь я буду рисовать ему иголки. А иголки я так рисую, как пила такая. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. И когда я говорю раз, два, я тебе советую тоже так же говорить. Не останавливайся, а говори раз, два, раз, два. И тебе сразу будет легче нарисовать ежика. Теперь я обведу голову черным. И у меня вообще будет здоровский ежик. Нарисуем ему лапки, тело. Ножки, вау, какой миляга, скажешь ты, да, это миляга, но мы будем продолжать, возьмем серый цвет для начала, потому что ежик, он такой, у меня темно-серый, я хочу взять сейчас серый и покрасить всего ежика серым, и он примерно такой будет, но я потом добавлю немножко черного, и, как я всегда говорю, немножко добавим мелочи, к примеру, можно добавить травку. Я нарисовал серого ежика. Я добавил немножечко черного. Если ты рисуешь карандашами, то тебе очень легко добавлять и добавлять понемножечку. Не сильно давить на карандаш, и у тебя получится ежик такой светло-светлый. Так, всем машем, рисуйте, призываю вас. И, как я говорил, рисуем ему что-то красивое. Травку. Рисуй травку. Зеленый цвет очень красивый. И всегда будет радовать тебя. И картины, где ты используешь много зеленого, будут самые красивые твои картины. А можно сделать еще веревочку, как будто бы это брелочек. Нет, я рисую как настоящий. Ежик как настоящий. И нарисуй ему даже цветочек. Смотри, вот здесь цветочек. А он тебе язык показывает. Смотри. Да. И здесь цветочек, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Побольше цветов. Давай даже на нём нарисуем. Ёжик. И здесь тоже можно нарисовать цветочек. О, какой красивый ёжик. Он живет в цветочном городе. Точно. И дружит с нашими друзьями. И Знайкой, Пилюлькиным, и Знайкой, и всякими тарапульками, да? Тарапышками. Ребят, и балабульками. Да. Ребят, большой вам лайк, если вы нарисовали, то обязательно пришлите мне в Инстаграм, к примеру, назад в директе. А лучше всего, если вы вместе сфотографируете и сделаете пост, вы ознакомите ваших друзей, расскажете о том, что можно нарисовать простого ежика с Рыбакит, папа рисует.
И это поможет развитию моего Инстаграм, и больше ребят будет рисовать веселых ежиков с травкой, цветочками и улыбаться утром, когда все-таки не пошел в школу и хочется что-то нарисовать. Все, перерывчик, и продолжаем после перерыва.